Работникам дошкольного образования вручили гранты главы Якутии. Церемонию награждения провели в преддверии профессионального праздника. Лучшим 36 педагогам дошкольного образования региона вручили гранты Егора Борисова за достижения и успехи в работе. Также сегодня подвели итоги республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад». Звания удостоились 7 образовательных учреждений. Традиционно целью распространения опыта сельских дошкольных учреждений, которые работают в отдаленных уголках нашей республики. И с прошлого года глава республики Саха-Якутия утвердил размер премии в 100 тысяч рублей. А наш республиканский конкурс «Детский сад года», он, значит, присуждает всегда игровую мебель и, значит, оборудование для детей.